На первый взгляд, это был вполне обычный пассажир, прибывший рейсом Нью-Йорк-Москва-Санкт-Петербург. Но одна очень заметная деталь значительно выделяла его среди остальных. В 1998 году из США депортировали преступника, за которым сотрудники петербургской милиции охотились несколько лет. В 1995 году из Российской национальной библиотеки Петербурга была похищена одна из самых дорогих книг в мире – альбом 19 века «Птицы Америки» натуралиста Джона Джеймса Адюбона. Из-за огромного размера книги, почти в половину человеческого роста, считалось, что украсть ее невозможно. Расследованием этого уголовного дела занимались не только петербургские милиционеры, но и полицейские из Интерпола, ФБР и Скотланд-Ярда. Конечно, это уникальный материал, не только потому, что там содержатся иллюстрации птиц, которых уже в природе не существует, потому что все это в районе Нового Орлеана, в тех местах Джона Дубона убивал и срисовывал эти птицы. Ну, плюс высокое качество гравюры, ручная раскраска и так далее. Это просто дорогая вещь. Если мы внимательно посмотрим некоторые сериалы, в том числе латиноамериканские, мы увидим, что мода украшать дома гравюрами, в том числе и вот из знаменитого этого издания «Птицы Америки», существует и сейчас. На сегодняшний день в различных музеях и частных коллекциях находится 130 комплектов книги «Птицы Америки», но полным экземпляром, а это 4 атласа, где более 1000 иллюстраций, владеют единицы. Первое издание печаталось частями в Эдинбурге и Лондоне с 1827 по 1838 год и было признано шедевром книжного дела и величайшей библиографической редкостью. В 1995 году на аукционе Кристис в Германии появилась эта уникальная книга «Птицы Америки». Стартовая цена составляла, только задумайтесь, более 2 миллионов долларов. Аукцион «Кристис» – это очень известный и уважаемый в мире аукцион. И попробовать продать здесь краденую вещь – ну, это как минимум наглость. Конечно, преступник подготовился, составил необходимые документы. Но на аукционе все-таки решили проверить. Ну так, на всякий случай. И в 12-м отделе уголовного розыска Санкт-Петербурга раздался звонок. До 1992 года в России не существовало специального отдела по поиску украденных культурных ценностей. Был лишь отдел по государственным кражам, внутри которого несколько сотрудников занимались похищенными ценностями. Например, в Петербурге розыском национального достояния занималась группа всего из 5 человек. Лишь в начале 90-х годов не только в нашем городе, но и в целом по стране были созданы специальные подразделения, направленные именно на раскрытие хищений, связанных с культурными ценностями. Пошел вал, это раз. Во-вторых, мы поняли тогда, что надо работать на перспективу. То есть мы не только раскрывали преступления, а занимались еще и профилактикой этих преступлений. Для того, чтобы заниматься профилактикой, надо было подтянуть на свою сторону, ну, будем говорить по-простому, подружиться с антикварами, с музейщиками, с Русской Православной Церковью. К нам очень, к милиции очень негативно всегда относились, с недоверием, я бы так сказал. 8 апреля 1993 года был создан отдел по розыску, предупреждению и раскрытию исторических, художественных и иных культурных ценностей. Он был под номером 12. Собственно, мы и звенели все вот эти вот годы под номером 12. У нас тогда было 15 человек на город и на область. Собственно, вот с этого и началась история нашего отдела. Когда был создан наш отдел, мы стали создавать такую картотеку похищенных вещей. Тогда впервые начал издаваться журнал, связанный с искусством. И в этом журнале по договоренности мы стали печатать похищенные вещи из музеев, частных коллекций. Понятно, была работа с Интерполом в завязке, потому как некоторые вещи все равно уходили или пытались уйти за границу. Американский ученый Джон Джеймс Адюбон подарил полное издание своей книги лично Николаю Первому.
Сначала дорогой подарок находился в Эрмитажной библиотеке. Затем был передан в Императорскую публичную библиотеку. За просто фантастический размер этой книги, 1 метр на 66 сантиметров, эту книгу прозвали «Слоновьей». Здесь 435 страниц. И поверьте, она очень тяжелая. Когда сотрудники 12-го отдела получили сигнал с аукциона «Кристис», они позвонили в библиотеку и спросили, а не пропали ли у вас птицы Америки? Книга была на месте, но преступник вырезал оригинальные листы и заменил их поддельными куклами. Дело в том, что преступление преступлению рознь. И если люди, которые совершали преступление на хапок, это, например, русский музей, известнейшие в свое время. Отморозки, просто зная, что сигнализация сработает, тупо разбили окно, тупо влезли, за 30 секунд совершили, будем так говорить, кражу века. А вот этот человек, он готовился. Он очень долго готовился. Он, во-первых, знал, что такое птица Америки. Он изучал ту или иную тему, вот им выбрал именно вот это, а не что-нибудь другое. Он в библиотеке появился задолго до того, как произошла эта кража, и производил на всех исключительно положительное впечатление человека, интересующегося нашим рукописным наследием. Он бывал у нас и в рукописном отделе, в отделе редкой книги. И фактически, так сказать, его там, насколько я понимаю, держали за своего, за друга. Определенный он сделал дар нашей библиотеке. Я так думаю, что он стремился к тому, чтобы найти в нашей библиотеке такой предмет, да, вот рукопись или издание, продав который, можно получить большие деньги сразу, сразу. И думаю, что вот это была его, так сказать, идея фикс. В начале 90-х годов, после распада СССР, тысячи людей уезжали из страны в поисках лучшей жизни. Все привычное и стабильное исчезло. В магазинах не хватало еды и одежды. Бывшие учителя и инженеры выходили на рынок торговать секонд-хендом. О райской жизни за границей с удовольствием пела русская попса, только разжигая в миллионах людей эту жажду сбежать из гибнущей страны. Основной подозреваемый в краже уникальной книги «Птицы Америки» следствию был известен сразу. Ведь на аукционе «Кристис» преступник выступал под своей настоящей фамилией. Карточку с фамилией Мамонтов очень быстро нашли в Российской национальной библиотеке. Что заставило бывшего советского офицера, капитана Александра Мамонтова, пойти на это преступление, сейчас мы можем только догадываться. Может быть, он, как и многие в то лихое время, решил просто делать деньги. И неважно как, законные или незаконно. Ведь люди идут на совершение преступления по разным мотивам, о которых они не всегда рассказывают. Иногда человек совершает преступление, потому что вынужден это сделать. Скажем, в интересах не только себя лично, а своих родственников, сложившейся ситуации. А в данном случае Мамонтов предполагал выехать на постоянное место жительства за границу. Он же после совершения хищения жил в Америке и предполагал и семью туда перевезти. Вот интересно, как мы его оттуда вынимали. Я имею в виду, что он же ведь уехал, а потом он уехал в Соединенные Штаты. Когда вот это вот все завертело и закрутилось, вот, он сиганул туда. Вот. И нам тогда пришлось, невзирая на то, что вроде бы, да, ну не друзья, по крайней мере, да, все-таки пришлось общаться с представителем ФБР, и мы их просили, чтобы они нашли какой-то предлог для того, чтобы его оттуда каким-то образом к нам вернуть в Россию. Вот. Они нашли такой способ. Уж не знаю, как они это сделали досконально. Вот. Но сказали, ну-ка, давай-ка ты езжай обратно, дружочек, у тебя проблема. Если хочешь здесь жить, решай там проблемы, а потом будем разговаривать. Он приехал. Спустя 3 года после кражи Мамонтов вынужден был вернуться на родину. Продать «Птиц Америки» он так и не смог. После неудачи на аукционе «Кристис» этой книгой заинтересовался британский Скотланд-Ярд и забрал ее себе. «Американской мечте по-русски» так и не суждено было сбыться.
прямо с трапа самолета Мамонтов сразу попадает в камеру следственного изолятора Кресты. Пока шел процесс депортации Александра Мамонтова из Америки, сотрудники 12-го отдела смогли собрать необходимую доказательную базу, а также полностью воссоздать процесс похищения книги «Птицы Америки». Сотрудники милиции, так же, как и я, буквально воспроизвели план Мамонтова. Он заключался в следующем. У него был большой вязаный свитер свободного покроя, под который он прятал украденные листы из атласа «Птицы Америки». Сейчас у меня под свитером находится лист ватмана приблизительно такого же размера. А для того, чтобы при движении листы не выпадали, он использовал обычные костыли. Тут самое интересное, это когда со стороны наблюдаешь, как люди воспринимают прохождение человека, который что-то себе несет, и ожидая, что вот кто-то должен заметить, но никто не замечает. А позже, например, когда уже сидишь и анализируешь эту ситуацию, понимаешь, что на самом деле люди обычно в той же библиотеке заняты каждый своим, и они не обращают внимания на проходящих рядом. На это и был сделан расчет. Преступник приходил в библиотеку несколько раз в неделю, ближе к вечеру, когда посетителей не так много. Работал всегда за одним и тем же столом. Менее 300 сантиметров отделял его стол от стеллажа, где хранилась книга «Птицы Америки». Распустив слух, что он попал в автокатастрофу, преступник, ссылаясь на сильные боли в спине, попросил разрешения работать стоя. Он прекрасно изучил график работы сотрудников библиотеки. В зале, как правило, был один дежурный, который хорошо знал постоянного посетителя Александра Мамонтова и нередко оставлял его в зале одного. В суде Мамонтов защищал себя сам, отказавшись от услуг адвоката. Он строго придерживался следующей версии. Мол, гравюры из атласа «Птицы Америки» долгое время находились в семейном архиве и лежали с другими ненужными вещами. О их ценности Мамонтов узнает лишь, когда собирается распродать часть архива. И тут-то он попадает в лапы мошенников, которые, конечно же, угрожали ему, преследовали и, наконец, подставили. В ходе расследования выявилось то, что якобы у него то ли в Сибири где-то, то ли, ну, в общем, где-то далеко-далеко в России жила, по-моему, бабушка, которая оставила ему в наследство какой-то деревянный домик и плюс 4 тома Адабона «Птицы Америки». И это было грамотно оформлено с нотариусом, все как положено. Ну, я так понимаю, что с небольшой одной неточностью. На момент задержания Мамонтова у нас было, ну, наверное, самое весомое доказательство, то, что его отпечатки пальцев были обнаружены на месте преступления. Поэтому сомнения отпали практически сразу. А дальше уже шел процесс, скажем, восстановления хода событий, предшествующих хищению и самого хищения. Готовясь к этому преступлению, Мамонтов несколько раз совершал поездки за границу на пароме на своем собственном автомобиле. Он хотел примелькаться, чтобы сотрудники таможни как можно лучше запомнили его. Мамонтов хотел проверить, сможет ли он переправить похищенный атлас в Германию. И снова, как и в библиотеке, у него была легенда. Мол, он торгует резиновыми лодками, поэтому часто мотается за границу. В эти поездки Мамонтов брал с собой жену и дочь. Со стороны они казались обычной счастливой семьей. Это-то и было нужно Мамонтову. В итоге похищенный атлас «Птицы Америки» Мамонтов провез контрабандой, спрятав в своем автомобиле в резиновой байдарке. Я думаю, что члены семьи не знали этого. У меня, например, сложилось впечатление, что Мамонтов все-таки думал не только о себе, но и о своей семье, о членах своей семьи. Он очень любил дочь.
Я не думаю, что кто-то из посторонних был посвящен ее плану. Во время следствия Александр Мамонтов сначала находился в следственном изоляторе «Кресты». Но спустя несколько дней случилось невероятное. Ему была изменена мера пресечения содержания под стражей на подписку о невыезде. Слушание по делу Мамонтова проходило здесь, в Куйбышевском районном суде. В назначенное время он приезжал сюда из дома. Меру пресечения изменили за то, что Мамонтов спас жизнь сотруднику следственного изолятора «Кресты». На его глазах один заключенный напал на сотрудника, и Мамонтов бросился ему на помощь и спас ему жизнь. После такого благородного поступка кто-то может подумать, ну что, разве он преступник, закоренелый негодяй? Ну подумаешь, украл. Ну все меняется, меняется законодательство, меняется отношение людей к правоохранительным органам, меняется отношение людей к собственности государства, к своей собственности, к собственности своих знакомых. И вот мое личное мнение, то, что, скажем, еще 10 лет назад отношения граждан к таким преступлениям, ну, как-то были более адекватны. Они больше это воспринимали как удар по своей репутации, а то, что они не просто должны, а даже обязаны оказывать какую-то помощь. В настоящее время это, на мой личный взгляд, сложнее. Потому что люди как-то стараются закрывать глаза, что не касается это их лично. Есть такая нерасхожая фраза, что имеем не храним, потерявши плачем. Но это, в общем-то, касается и всех предметов искусства. Вот один из последних на моей службе предметов, украденных из Эрмитажа, да, была картина Джерома «Бассейн Горина». Ну, во-первых, она была, скажем так, вырезана варварским способом, да, типа ножа там или еще чего-то. А во-вторых, она была сложена как лист бумаги в 4 там раза. И она вернулась к нам через несколько, ну там, лет, да, практически в таком же варианте. То есть непонятно было, для чего ее украли. Ну, понятно было, что такую вещь продать невозможно, но она же могла вообще вся осыпаться и восстановлению не подлежала бы. Вот это страшно. Последней точкой в доказательной базе дела Мамонтова стала экспертиза переплетов книги «Птицы Америки». Ведь во время кражи преступник вырезал листы из переплета, но сам переплет остался. В Эрмитажной библиотеке, где изначально находились «Птицы Америки», был такой порядок. Обрезы книг покрывали специальным красно-белым крапом. Соответственно, и листы тоже на обрезе должны были иметь следы этого крапа. И в какой-то момент было принято решение эти переплеты, на которых еще оставались кусочки, вот доставить в экспертный центр Скотланд-Ярда для того, чтобы провести экспертизу и окончательно установить, эти ли листы вырезаны из этих переплетов. Поэтому тогда была командировка. Ездил я как представитель библиотеки, ездил Александр Моисеевич Шубов, заместитель начальника управления по расследованию организованной преступной деятельности. Это была одна из первых командировок, когда ГУВД питерское нашло возможность командировать специалиста за границу. Это вообще был такой, ну, своего рода прецедент. И уже эксперт в Скотланд-Ярде сумел установить, это было несложно, что тот экземпляр, который находится в Лондоне, в Скотланд-Ярде «Атласа», именно он украден из Российской национальной библиотеки. У каждой страны есть свой престиж. Престиж это создается в том числе и своей историей, а национальное достояние, оно и касается истории. Если в нашей стране находится один из экземпляров сборника этих гравюр, в данном случае вот, гравюры «Птицы Америки», то это не только, скажем, материальное достояние страны, но и культурное наследие. И если будет расхищаться достояние всей страны, как-то, ну, например, расхищение происходит не только из публичной библиотеки, из музеев, из Эрмитажа, из Русского музея, из других музеев, из хранилищ, то постепенно создастся впечатление, что государство не может хранить не только, скажем, отдельных граждан, но и даже собственное богатство.
Есть официальная статистика, да, и, будем говорить, рейтинг вот этих вот преступлений, которые вот с тех пор, то есть вот когда с 90-х годов и по сей день, так и считается о том, что сейчас основные преступления и в денежном эквиваленте, да, это наркотики, потом это оружие, третье это антиквариат. Так оно и осталось. Сегодня увидеть оригинальный экземпляр Джона Джеймса Одибона «Птицы Америки» невозможно. Он находится в закрытом хранилище. Но для общего пользования есть переиздание 1972 года. Для непрофессионала разница незаметна. А для воров так меньше соблазнов. Приговором Куйбышевского народного суда города Санкт-Петербурга Мамонтов Александр Евгеньевич был признан виновным в совершенном преступлении и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.